Всем добрый день. Дальше прицеп я вот прошел. Начинаю вот отводки проходить. В принципе, процедура всем известная. Вот. Просто решил я показать, как сейчас пчела сжалась. И видно, какого объема она пойдет в зиму. Именно отводки сделаны в этом году, в мае месяце. Вот. Сейчас я... Удобно, конечно, все это дело делать. Ну, для съемки работаем одной рукой, в общем. Вот, вот он наш отводок. Чтобы никто не думал, что тут забивается все рамками с медом. Вот. Вот как они, была одна рамка, и вот две не потянули, вот весь объем. Вот этот вот объем будет зимовать, значит. Остальное все, вот, я же говорил, забиваю вощиной. Тянут они ровно столько, сколько им потребуется. Ну все, берем бутылочку. Вот. Все. Процедура закончена. Раньше мне было все это интересно, я там вскрывал, смотрел, что они делают. Ну, а теперь я делаю самое необходимое, меньше движений. Вот. Навредить пчеле может больше всего только сам пчеловод. Вот, поэтому Америку там вы не откроете, как бы. Вот. Ну и заодно вот покажу тут, вот здесь вот в этом ящичке был рой. Вот, я думал, он, конечно, лучше пойдет, но, кстати, рой не мой, он откуда-то приблудный. Вообще собирать чужие рои, неизвестно куда прилетевшие, можно затащить какую-нибудь колячку. Ну, в общем, ну этот сам прилетел, куда его было девать, в общем, я его... посадил, оставил. Вот он тут сколько рамок потянул. Ага. А он, товарищи, нет, пчела вот сидит. Ну, такое впечатление слет опустошительный. Ну вот. Вот, пожалуйста, он практически пустой, я его. Шишково. Ну ладно, остатки пчелы тут обработаем. Он сошел. Вот, пожалуйста. Так что вот имейте в виду, можно с такими роями затащить на пасеку какую-нибудь бяку. Ну вот он прилетел, куда его был девать, вот я его посадил. Вот. Хотя он был на рамок 5. И все, и я опустошительный слет его съел. Вот. Ай-яй-яй. Ну ладно. Значит, пойдем дальше обрабатывать. Этот нам уже не интересен, он пустой. Кстати, он за осень слетело из отводков. Вот этот вот рой получается, который я сейчас обнаружил. И... А, вот, и полевой еще экспериментальный слетел. Вот. Так что... Ну, сейчас я вот эти обработаю.